Всем привет, с вами я, Ред, и в этом видео я покажу вам, как зарабатывать много денег на CCD Planet 5. Все очень просто и быстро. Ставьте лайки и пишите свои комментарии, ну а я начинаю. Первым делом мы должны создать нового персонажа при входе в игру. Без разницы какой ник и какой сам человек. После того, как мы создали нашего персонажа, мы заходим в игру и просим друга забрать вас и помочь с начальными заданиями. Задания нужны, чтобы достичь 10 уровня. Но одними заданиями этого не добьешься. Поэтому нам нужно будет сдать на право лодки и дальнобоя. А также можно открыть кейс, из которых может выпасть опыт. После того, как мы достигли 10 уровня, мы открываем карту и едем к информатору, который находится вот здесь. После того, как мы сюда приедем, мы должны подойти к боту и вступить в банду к бандитам или корпоратам. Но ни в коем случае не к стритрейсерам. После того, как мы вступим в банду, мы можем легко собирать деньги. А надо всего лишь поездить по барыгам и пособирать фишки. Один только вопрос. Где находятся барыги у каждой банды? Сейчас я прикреплю фотографии, на которых будут показаны места нахождения барыг у обоих сторон. После того, как мы собрали все фишки, мы едем в казино и обмениваем фишки на деньги. А потом при помощи друга. Их можно будет передать на основный аккаунт. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. А также подписывайтесь, так как тут много чего интересного. Всем удачи и всем пока-пока.